Что будет, если сэкономить на туши для ресниц? Ничего плохого не будет. Наоборот, вы сможете получить посылку с вот такой обалденной тушью за 3 копейки. С ней у меня получаются очень густые пышные веера, хотя своих волосков у меня мало, и они довольно тонкие. Эту тушь можно наслаивать, и она очень пластичная. За счет того, что кисточка у нее силиконовая, нанести себе вред невозможно. Довольно упругая и удобная, очень тщательно разделяет каждую ресницу. С ней реально можно нырять. Смывается, как в лучших домах Парижа, не черной водой по всему лицу, а маленькими трубочками. Упаковка довольно презентабельная и красивая, ее будет очень приятно кому-то получить в подарок. На вес туба увесистая, очень блестящая, внутри имеется вот такая подложка. Ресницы с тушью в течение дня никак не меняют своего первоначального вида, они до конца остаются как будто только что накрашенные. Я проходила с ней чуть меньше 12 часов, не чувствовала никакой склеенности ресниц, чем часто грешат туши, обещающие грандиозный объем. Она дает эффект накладных ресниц, эффект рамы на глазах. Несмотря ни на что, ресницы остаются мягкими, нежными и порхающими. Такой туши у меня не было никогда. Вот моя история о том, как буквально за 1,5 бакса я получила лучшую тушь на свете. Переходите во все мои видео, смотрите другие обзоры, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорого!